Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. У меня Скиф, мы продолжаем играть в Don't Starve. В Don't Starve Together, только в соло. И у нас сейчас явные проблемы в плане того, что кто-то к нам спешит, типа собак. Блин, это не так, чтобы вовремя. Ну, они вовремя что-то вообще не любят прибегать, откровенно говоря. Поэтому давай как-то так. О-о-о! Сколько зажигательных собак! Вы издеваетесь. Блин, у меня температура. Вау-в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 ау. Больно же ж. Я даже не подкрепился толком. Харе меня грызть. А-а-а! Больно. Ой-ой-ой, как больно. Так, минус. Да, не кисло меня побили, слушай. Опа. Жесть. О, да. Это было больно. Эти набеги все серьезнее и серьезнее становятся, на самом деле, и представляют довольно-таки некислую угрозу. Я тут еще решил немножечко оформить базу, все-таки сделать что-то как-то. Блин, там вот сейчас загорится же. А-а-а! Не спас дерево. Ну ладно. Думаю, Гринпис не особо осудит. Я надеюсь. Да вот это все перезарядить нужно теперь. Такая жесть. Просто такая жесть. Да, через пробел можно. Спасибо, что в комментариях пишете советы. Я периодически могу что-то забывать, само собой. Но это нормально. Всего в голове не удержишь. Блин, там вот мяско. Ну, с мясом проблем нет, но оно портится. Поэтому я решил пока что еще сушилок наделать. И на зиму пригодится. И, кстати, уголь. В принципе, вовремя. Уголь нужен. Давай вот это все соберем тоже. Так, отлично. Казалось бы. Вот так. Эта маска нам рассуда капает. Что у меня здоровье? Здоровье, в принципе, имеется какое-то, но его пока что не так-то много. Фу, уголек. Надо сейчас посмотреть вообще, сколько мне этих сушилок надо. Сушилок вообще по-хорошему-то много надо. Здесь у нас вот уголь есть. В этом плане все, конечно, неплохо. Я должен наполнить мой могучий живот. Успокойся. Вроде бы не голодаешь, что-то переживаешь-то. Так, бегать я могу с этим. Клыков много. Клыков у меня просто дофигища. Уже даже чересчур дофигища. Куда что складывать? Давай селитру сюда. Клыки у нас здесь имеются. Наверное, новых клыков куда-то сюда. Блин. Надо будет хоть какую-то систематизацию. Хотя тут какую систематизацию сделать, что же не очень понятно. Ладно, в любом случае нам еще веревок надо. И травы у меня внезапно мало. А что там нам надо для создания? Три веревки на одну сушилку. Это, знаете, тоже... Так, ты давай. Помахай роскошным веером. По три веревки на одну сушилку. Это трындец как много. То есть, в принципе, можно бегать и искать. Да. А траву мы можем порыскать, поискать. У нас же здесь где-то эти игуаны носятся. Давай-ка мы им хвосты поотчипываем. Это, в принципе, довольно неплохой способ добычи. Это довольно неплохой способ добычи. Почему тут одно дерево сгоревшее? Чё за подвохи? Ветки валяются повсюду. Чё-то я, кстати, этих игуан не вижу. Их что тут всех пораскидали? Ладно, придется так траву искать. Хотя вот сейчас я, наверное, травы-то в должной мере не смогу насобирать. Потому что время года неподходящее, и у этих хвостов нету. Беда немножко, слушай. Тут поодаль немножко, в принципе, трава имеется. Надо аккуратненько ее пособирать. Помним про то, что у нас перегрев сейчас приключится. Хотя уже начало осени, но жара еще дает о себе знать. Вот грибочки зеленые. Это все нам пригодится. И еще пожечь надо будет леса, но пока что. Я думаю, чуточек попозже это имеет смысл делать. Сейчас приоритет все-таки трава, грибы. Много сушилок я, наверное, не смогу даже организовать. Вообще всю еду можно собирать. У меня... Мяса-то много, его чем-то разбодяживать надо.
чтобы это эффективно было, да? Поэтому аккуратненько вот это бегаем, собираем. Нам, к нам, по идее, уже никто из боссов, да, прийти не должен. Медвежатка уже пришел, успешно отгреб. И это неплохо, в принципе. В дальнейших планах все-таки попыточка убийства Клауса в соло. Но это надо до зимы дожить. О, до зимы мы, может быть, еще на кого-то из боссов сходим. Но это будет несколько позже. Кстати, вот так вот рассудочка тоже может поапаться неплохо. Или даже цветы надо на гниль поставлять. Воу. Давай, там грядки с грибами. Вот эти надо организовать новые. Поэтому лучше, наверное, гниль все-таки тоже пособирать. И вообще организовать какое-никакое производство гнили. И пока что здесь вот это все тоже собрать. Аккуратным образом. Это что я, получается, с этого края лажу? Там же у нас еще где-то же пауки, по-моему, посаженные, да? Эти пауки нам могут устроить веселуху, на самом деле. Тогда аж сразу две паучихи встало. Ну, это вот в прошлый раз мы с ними разбирались. И по-прежнему там пауки так и остались. То есть это в перспективе опять сулит нам кое-какие неприятности. Надо как бы грамотно за ними следить. Вовремя все делать. Что у нас получается? Три травы. Четыре я могу сделать. Если я сделаю 12 веревок. 12 веревок я могу сделать? Что-то мне подсказывает, что нет. 6, 7, 8. Да, еще надо 4 веревки как минимум, получается. Дофигища, блин, веревок надо на это дело. Ну окей, что поделать. Надо так надо. Учитывая, что я один, то приходится бегать все и фармить. Еще бы с тростью бегать. Но, к сожалению, ночью я не сделал себе каски шахтерской. Писали, что не сделаю, но что-то как-то не до нее все было. Надо будет произвести, наверное, в ближайшем будущем. Вечно какие-то проблемы, вечно какие-то другие дела случаются, и приходится что-то чем-то жертвовать. В данном случае это у нас именно что каска, шахтерская каска. Здесь второго уровня, паучьи эти норы. Мы, кстати, еще можем ягод разных насобирать у поросят наших. Давайте их проведаем. Так, 3 веревки. Давай мы 9 сделаем веревок, это получается в аккурат комплект. То есть 3 сушилки мы можем организовать. Здесь вот ягод много. И этих ягод я, пожалуй, подсоберу. По крайней мере, с этого кустика. Так точно можно подсобрать. Ну вот, это уже будет чем-то как-то разбодяживать. Плюс здесь цветочков в целом довольно дофига. И жаль, что у них тут нигде травы не особо дофига не посажено. Ну, мне бы тоже посадкой травы заняться по-хорошему. Но просто дел реально очень много. Не всем всегда можешь заняться. Эти ягоды я даже, наверное, не буду собирать. Пойдемте поставим сушилки. Твоя заслонествует. Твоя должен уходить. Пошли нафиг, поросята. Такие дерзкие, куда деваться. Зато Вольфганг могучий. Нет, хорошо. Так, вот это мы отложим. Надо на гниль, надо вообще чекнуть, сколько у меня гнили. А гниль, по-моему, не так много. До сих пор у меня грядок нету. Какой там 44-й день, действительно, зачем они? И рассудок немножечко повысим за счет вот этой темы. Так, подожди, у меня, по-моему, усохло мраморное дерево, не? Или подросло, или усохло, что это было? Все, с рассудком нор, немножечко хитпоинтов отняло. Здесь даже какой-то урожай есть, почти что везде. Вот, на мясо, видите, много, и с ним надо что-то как-то делать. Где тут гниль вообще нарисовалась? Вот, ее 7 гнили. Так, а для грядки, получается, что там надо? 8 гнили, 5 навоза. Ладно. Гниль мы сюда разместим. Лепесточки пусть гниют. И начнем потихонечку сушилки прокладывать. А, у нас же тут... Ну ладно, я в перспективе планирую еще одну эту штуку сделать после зимы. Поэтому можно сушилки здесь разместить. Чё бы нет. Где-то рядом. Чтобы у нас тут мясо потихонечку сушилось. Ну, в идеале, конечно, сушилок много нужно. Ну, хотя бы сколько-то.
Такс. Уже мяско будет как-то подольше храниться. Хотя бы некая его часть. Придется, блин, еще больше искать травищи всякой разной, где у нас тут водится. И давайте тогда пробежимся куда-то вот в ту сторону. Там у нас была травища, там были бифала, короче, надо позапасаться. У нас такая будет собирательно-развивательная серия, в принципе. Не все же экшону творится какому-то. Здесь у нас вполне себе есть возможность, о, видите, кучу травы собрать. В принципе, Don't Starve по большей части это именно про выживание, да, про какое-то, про то, что приходится очень много всего фармить, делать и так далее. Я пытаюсь местами это все убрать, но не экшоном единым. Так, тем более... О, кстати, навоз. Вот это хорошо. Навоз, имеется в виду гниль. Так, жаба в пруд сныкалась. Можно еще, конечно, бифала попытаться поприручать, но это, блин, 20 дней. И одному мне, как бы, мучиться с бифала я не очень вижу смысл. Вот бутафорию можешь раздолбать. Ну-ка, сколько это будет долбаться бутафория? Давайте затестим. Давненько я этим не занимался. Очень долго ее надо бить. Есть скины на бутафорию. Ее потом можно будет на базе поставить. Опять же, красота же. Чё бы нет. Опа. Погнали еще молот. А, трава. Трава и камни тратятся. Ну ладно. Сейчас посмотрим, хватит ли мне полтора, грубо говоря, молота на все про все. Не хватит, так не хватит. Что делать? Так, долбим, долбим, долбим. Что-то, блин, это долгий процесс. Кто-то мне говорил на стриме, что сейчас как-то вроде быстрее это все ломается, но что-то, походу, нет. А, нет, смотри. Стол с розой. Да, реально быстрее. То есть раньше это прям вообще долгий процесс был. Теперь бутафория пошустрее добывается. О, у нас тут повсюду я гниль понаразбросал. Можно ее теперь прекрасным образом собирать. Отлично. И морковки я пока, наверное, собирать не буду. А вот именно трава нас интересует. Блин, опять ночь, слушай, это какой-то трындец. А, да, тут день большая часть, вечер небольшая часть получается. И ночь именно тоже небольшая часть суток. В принципе, не критично. Я единственное, что голодаю быстро. Поэтому морковку, наверное, можно пособирать чисто так для еды. Сейчас найдем бифала. Я еще бы что хотел, немножечко все-таки болото разведывать. Но это посмотрим. Может быть не сейчас, может быть позже. Но этим тоже надо заняться. Что плохо, когда у вас болото это нифига не разведано. Давай аккуратненько куда-нибудь пока что побегаем вот здесь вот. И да, наверное, все-таки вот чуть-чуть еды я все-таки соберу. Рассуда капнем. Вот этот навоз, все в дело пойдет. Я должен наполнить. Да ты задрал. Конечно, Вольфганга, вот это вот то, что он постоянно жрать хочет, это немножечко напрягает. Или множечко даже. Вот, я слышу уже где-то бифала. Ну-ка, бифала, вы тут много нагадили, нет? Мне вообще навоз-то нужен будет. Хотя бы для того, чтобы эти грибные грядки сделать. Так что какие-то зеленые грибы выращивать было бы офигенской темой. Чисто для того, чтобы какие-то такие моменты жесткие, да, после жестких замесов и так далее. Грибочки зеленые у нас всегда были в свободном доступе. Это будет классной темой. Так, ребята. Что, гадить будем? Нет, навозом? А, вон там есть где-то. Ну и заодно траву собираем. А трава нам опять же понадобится для сушилок. Что у нас, три сушилки? Надо хотя бы штук 10 в идеале. Потому что мясо-то все-таки фармится с тех же пауков и так далее, гончих. Гончи за один заход нам 11 мяса занесли. По-моему, довольно неплохо. Давай сейчас часть травы сразу переработаем. Еще и уголь нужен. Ну ладно. Давай вот так вот сделаем. Хотя бы 6. Такс, 6 веревочек. Тоже, по-моему, неплохо. Это еще дополнительно 2 сушилки мы можем организовать. И где-то там еще навоз можно пособирать. Ладно, давай всю траву просто по максимуму будем тоже стараться собрать. Но я думаю, ладно, раз мы рядом с болотом, забежать на болото, прочекать, что там.
довольно важно. Какие-нибудь щупальца пособирать, да, для того, чтобы раздамаживать врагов. Блин, и трава тут, все валяется, все хочется собрать. Что ты будешь делать? Ну, это всегда так. Надо все-таки стараться какие-то приоритеты расставить, хотя бы минимально. И погнали по болотцу. Так, камышики, камышики. Я не помню, мне нужны камыши, вообще нет. Но есть подозрение, что мне их не особо дофига. И, возможно, они пригодятся. Тем более у нас тут эта часть болота вообще не разведанная. Давай аккуратненько ее разведаем. Такс. Тут сейчас щупальца вылезет. Окей, я тебя понял. Пока что день, щупальца не такие активные. Можно немножечко даже побегать, пособирать вот это все дело. Ёпта, я слышу вас. Я же сказал, что вы не активны, ну камон. Не активничайте, пожалуйста. Слушайте, что вам говорят. Вы не активные. Все нормально, щупальца. А тут что за островок? А, воронка. Можно подземелье посмотреть. Но, в принципе, мы там что не видели. А вот что нет нигде никакой зарубы там жесткой, типа... Этим мермы с щупальцами или там пауки. Так, чтобы щупальца валялись халявные. Так, на дороге постоим, тут довольно безопасно. Вон там вот пауки, мермы. Давай тогда туда избегаем. Я все-таки хотел бы еще больше камыша попытаться собрать. Так, чтобы только не отгрести. Хотя бы 12. Ну, просто как-то совсем не камильфо уходить без камыша. Вот, здесь зарубы идут. Что у нас тут есть что-нибудь? Что нам умыкнуть удастся? Блин, наломайте щупальца. Да, есть щупальца? Что-то я не вижу щупальца. Я вижу просто очень много пауков. И коконы, смотри, третьеуровневые. Здесь могут тоже подняться. Королеву пауков. Нифига себе там, смотри, какой батл-то идет. Не кислый. Веселое болото. Так, рыба, щупальца, щупальца, щупальца ломайте. Нам чертовски полезно это будет. Но, в принципе, по дамагу довольно неплохо, чтобы не использовать. И не портится, в отличие от мясной биты, которую я обычно делаю, да? Ну, просто потому, что она прочность не теряет от ударов, а именно портится. И на какого-то босса вполне себе хорошо заходит. Ну, блин, паутины мне не особо надо. Щупальца что-то из них нифига не хотят дропаться. И один мэром ко мне пристал. Блин, хорошо, у меня трость есть. Это... А, вон оно, есть. Только как к нему пролезть? Хороший вопрос. Еще именно меня эти нога огрелись. Так, мимо. Опа! Все, mission complete. Щупальца сперта. Давай сваливать с этого болота. Фу. Ай-яй-яй. Так, ладно, все, я понял. Жди-ка, а здесь, может быть, что-то тоже удастся спереть. Так и живем. Так и живем, что-то спираем потихоньку. Давай, наверное, побежим дальше потихоньку. Выбежал я с болотца. Давайте еще немножечко еды тут надо собрать. В принципе, неплохой заход. Мы и травы насобирали, и на болотце немножечко подразграбили. Это хорошо. Вот морковку еще можно... Морковка более питательная, чем ягоды. Так, москиты появились всякие. Я, наверное, не очень хочу с вами сейчас вступать в какие-либо контакты. Ну, вас нафиг. Погнали. Надо еще больше навоза собрать, само собой. Я вроде бы еще за этим забегал. Только предварительно вот всякую морковку пособираем. Оп. О, могучий. Отлично. Ёпт, краснопопия. Вот это я не очень вовремя зашел, да? Но я, тем не менее, не буду стрематься, а аккуратненько... В стиле ниндзя побегаю, пособираю. Че, все что ли? Все бифало? Где еще бифало? Я бы хотел еще немножечко бифало, по крайней мере, собрать. Ну и... Да, вон, вон. Ну, короче, ладно. Я так подозреваю, раз они краснопопы, это, наверное, все-таки... Во-о-о-о-о! Это да. Это, походу, лучше не делать. Давай нафиг валить отсюда. А то мне сейчас надерут тут задницу эти краснопопы. Как бы это каламбуристо не звучало, но так и есть. Давай по дороге еще, опа, морковку рубанем. Еще гниль. Я хочу поставить все-таки вот этот вот стол с цветочком на базе. Где он у нас, наверное, в конструкциях должен появиться.
Да, вот он. Стол с розой. Два ковра, две доски. Ну, у меня никакого этого нет. У меня, по-моему, ковров нет на базе, да? Что-то вряд ли получится стол с розой поставить. Так, жди в конструкциях. Стол с розой, да. Походу, пьеса нам сейчас это не удастся реализовать, к сожалению. Я не помню, у меня живые бревна вообще есть на базе. А то я, в принципе-то, гнили насобирал. Навоз какой-то тоже есть. Грядки, чтобы организовать вот эти вот грибные. И вот эту всю систему обороны еще надо проапать. Короче, есть всякие дела, которыми необходимо позаниматься в ближайшее будущее. Вот у нас мяско засушилось. Довольно-таки быстро произошло. Давай-ка еще повесим. Сейчас еще опять же надо угля заготовить. И вот это все поделать. Короче, хорошо, я думаю, я за кадром вот это немножечко еще всякой рутинки поделаю. И потом побегаем, позанимаемся. У нас, в принципе, дел-то еще дофигища. И надо стол с розы поставить чисто для красоты. И базу еще немножечко проапать, пока времечко есть свободное. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.